Сергиево-Посадская школа номер 7 уже не в первый раз становится одной из площадок проведения регионального этапа национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Вот такое мероприятие проводится у нас пятый год подряд. Да, мы включились в федеральный чемпионат, он национальный чемпионат, если точнее сказать. И он проводится по многим компетенциям, и на данной площадке проводятся 4 компетенции. Это столярное дело, слесарное дело, швейное дело и новая компетенция, которая проводится первый год здесь для школьников, изобразительная деятельность. В основном здесь наши школьники с ограниченными возможностями здоровья. Такие дети у нас поощряются обязательно, ну, кроме того, как они являются победители, являются участниками национального чемпионата «Обилимпикс». И таких деток мы всегда номинируем на премию губернатора Московской области, которая у нас ежегодно выплачивается. Сегодня по всей Московской области в своем мастерстве соревнуются дети, особенные дети, дети, которые обучаются в школах по адаптивным программам, в колледжах, которые получают различные специальности тоже по адаптивным программам. В таких учреждениях обучаются особенные дети, и поэтому они не могут принимать в силу своих физиологических способностей участие в олимпиадах, в конкурсах, где требуется показ более передовых знаний в том или ином предмете. Они соревнуются в том, как они изготовят изделия. У нас в прошлом году в конкурсе участвовало 9 детей. В этом году 16 детей в различных компетенциях. Наши дети не только в нашей Сергиево-Посадском колледже, в Ходьковском колледже, но и поехали по другим площадкам. Хорошо, что есть такие конкурсы, потому что рабочие руки нужны на наших предприятиях. Ребята устраиваются в наши предприятия, получают профессию в колледжах, прежде чем уйдут из наших школ. Поэтому мы желаем всех успехов, побед. Раньше компетенции обучающихся не были заявлены на таком чемпионате. У нас был просто конкурс «Лучше по профессии». И когда представители «Обилимпикса», мы их приглашали на конкурс «Лучше по профессии», увидели возможности наших детей, они решили, что надо дать шанс и возможность детям поучаствовать и в таком конкурсе, как «Обилимпикс». И поэтому на базе нашего учреждения создали такую площадку, где дети по трудовым компетенциям реализовывают и показывают свои возможности. Это слесарное дело, столярное дело, швейное дело. В этом году заявлена новая компетенция. Инициатором была Ходьковская средняя общеобразовательная школа номер 5 по компетенции и за деятельность. Детки приехали разной возрастной категории. 2004-2005 года. У них сегодня тема «Русская матрешка». Дети выбирают самостоятельно направление росписи. Это может быть и авторская работа по русской матрешке. Как оцениваются эти работы? Конечно, будет больше внимания уделяться на то, каким образом ребенок для себя выбрал тематическую задачу, что он хотел показать в этой матрешке. Вот. Ну и критерии аккуратности, внешний вид ученика, рабочее место. Но самое главное – это общий вид работы. Для школьников участие в «Обилимпиксе» – это не только возможность продемонстрировать свои навыки, но и в дальнейшем трудоустроиться по профессии, найти свое место в жизни. Чемпионат, он дает возможность, прежде всего, детям поверить в себя. Он дает возможность им еще раз побывать в атмосфере понимания, в атмосфере доброты, поддержки. Это очень важно для этих детей, потому что в дальнейшем, когда они понимают о том, что они нужны, что их возможности могут быть дальше реализованы, естественно, тогда у них успешно все социализируется и в личной жизни, в будущем. Елена Георгиева, Сергей Власов. День города.